Сотрудники полиции задержали мужчину, который 11 сентября набросился на маленькую девочку в подмосковном Солнечногорске и начал душить ребенка. По предварительным данным, мужчина хотел украсть у девочки мобильный телефон. Обстоятельства инцидента устанавливаются в ходе доследственной проверки. Нападение на ребенка попало в камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, девочка шла по дороге, мужчина напал на нее сзади, оттащил с дороги и начал душить. Происходящее заметила соседка семьи ребенка. Она стала кричать, напугав при этом мужчину, он сбежал. Полицейским девочка рассказала, что с напавшим она не знакома. Мужчина ударил ее по лицу и спрашивал у нее, хочет ли она жить. В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия.